В детской спортивной школе имени Юмина состоялось первенство по вольной борьбе среди юношей 2011-2012 года рождения. Приуроченные году семьи. Как рассказывает тренер ЗДЮШ имени Юмина города Каспийска Ким Агаев, обычно для спортсменов этого возраста не устраивают соревнования, но в этом году сотрудники школы решили сделать исключение. Официальных соревнований по этому возрасту как такового еще нет. Это школьники, да, младшие школьники, по ним официальных отборов зоны Дагестана не бывает. Только единственное первенство школы, турниры, если какие-то будут, чтобы мы знали, кого лучших из детей дальше республиканский турнир куда-нибудь, чтобы могли отвезти. Всего в соревнованиях приняло участие порядка 75 юношей в 11 весовых категориях. Отметим, что проходили соревнования под наблюдением главного судьи Абдулкади Каймаразова и директора спортивной школы Меджида Меджидова. Кроме того, тренер ЗДЮШ имени Юмина города Каспийска Ким Агаев рассказал о главной цели проведения подобных соревнований. Эти соревнования проводятся в целях пропаганды здорового образа жизни, чтобы дети завлечь большинство детей к спорту, чтобы от улицы отбить. В этом возрасте, в принципе, самое главное, чтобы дети росли здоровыми, чтобы они, чем будут дурные мысли в голову лезть, лучше пусть попотеют, поборются. В завершении турнира чемпионы получат призы и медали, а участников наградят грамотами соответствующих степеней.